капуке кануке. Споти, ко мне! Моим насекомым нужно отправиться в домик. Принеси мне щипцы, пожалуйста. Спасибо, Споти. Бабочка. Гусеница. Ой. И пчелка. Хе-хе. Привет, Смарта! Во что ты играешь? Я отправляю своих насекомых в домик! Оп. Ух ты! И в каком домике у тебя больше насекомых? Давай посмотрим. В зеленом или в синем? Один. Три. В зеленом домике насекомых больше, а в оранжевом вообще пусто. Молодец, Споти! Давай слепим оранжевых насекомых вместе. Раскатываю. Каких насекомых ты знаешь? Смарта, какие формочки у тебя есть? Бабочки. Большие и маленькие. Стрекоза. Гусеница. Пчела и улитка. Я хочу слепить стрекозу. А я бабочку. А кого хочет слепить Споти? Правильно, улитку. Красиво получилось! Давай поселим насекомых в домик! Подожди, Смарта! Давай поселим насекомых на дерево. Картинка с деревьями есть в наборе Play-Doh. Лепи и изучай. Хе-хей, здорово! Бабочка, ты сейчас полетишь на дерево. А как ты думаешь, на каком дереве должна жить оранжевая бабочка? Конечно! На этом. На дереве с оранжевым дуплом. На этом же дереве будут жить оранжевая стрекоза и улитка. Ха-ха! Я поняла, как играть! Я поселю на дерево зеленых и синих насекомых.
пока Смарта приклеивает насекомых, приготовлю ей еще одно интересное задание. Вырежу 3 овала. Смарта, мы сейчас устроим настоящую перепись населения. Что? Посчитаем, сколько насекомых живет на каждом дереве. Поняла. 1, 2, 3. Правильно. Спотти, принеси нам что-нибудь, чем мы можем написать цифру 3 на Плейдо. Молодец, Спотти! Спасибо! На дереве с оранжевым дуплом тоже 3 насекомых. А зеленых насекомых больше. Посчитаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Здорово! Как много насекомых живет на деревьях! А на нашем большом дереве в саду никто не живет. А давай слепим большую бабочку и поселим ее туда. Да-да-да-да! Давай лепить! Прежде чем что-то слепить, нужно составить суперплан. И нам поможет Додошка. Додошка, поможешь нам нарисовать бабочку? Конечно! Выбирай цвета для крыльев! Оранжево-красный, зелено-синий, желто-коричневый. Зелено-синий. Теперь выберем, чем украсить верхнее крылышко. Из украшений есть квадраты, треугольники и звезды. Выбираю звезды. Хорошо! А какой формы пятнышки у тебя еще есть? Овальные и прямоугольные. Мне больше нравятся овальные. Маша, наш суперплан готов! Отправь его на печать, пожалуйста. Хорошо! Красиво! Теперь мы должны слепить точно такую же бабочку. Верхние крылышки должны быть зеленые. Ва-ва-ва. Молодец, Спотти! Зеленые! А какого цвета должны быть нижние крылышки бабочки? Ты запомнил? Сине-голубого! Правильно! На крылышках должны быть украшения. 2 звездочки на одном крыле и 2 на другом. Спотти, найди нам звездочку. Ва-ва-ф, ромб, сердечко, ва-ва-ф, круг, ва-ва-ф, звездочка. Спасибо, Спотти. 2 звездочки на одно крылышко и 2 звездочки на второе крылышко. Один,
два, один, два. Теперь нужно найти овал. Ищем. Вот он. Овалы должны быть красными. Наша бабочка готова. Она может лететь на большое дерево. А я и не знала, что можно сделать бабочку из Плейдо. Видишь, как полезно играть с друзьями. Узнаешь много нового и интересного. Ты тоже можешь составить свой суперплан или слепить что-нибудь из Плейдо прямо сейчас. До новых встреч на канале Капуки-Кануки. Пока! Пока!